Трава здесь мелковатая, но это еще для сенажая лучше. Заехал на косилке без 20 минут 12-го, минут 40, наверное, до 12 я косил, съездил за прессом, вот сейчас рулоню, посмотрим, сколько выйдет, но здесь хуже, не хуже трава, а много нежей. Из-за этого пятиметровка плохо прокашивает, сено мелкое, не очень, но вот с одного волка где-то у меня 3 рулона получает. А мотаем на сенаж. Посмотрим, что будет. Так, сейчас промотаем. Сломали эту, я за натяжку здесь работаю. Накрутил-то. А у тебя неровно он стоит, его качает во все стороны. Его качает и сдвигает. Бывает и такое, вот из-за натяжки. Да это я оборвал, задумался, блин. Как ровно надо ставить, потому что его качает, и он начинает рулон сдвигать на. Так, ладно, сейчас это больше показывать не буду. Вот такой вот. Мотаем. Триопласт. Называется. Вот такая она. Характеристики ее. Значит, 5.40 хранения. Бухты. Ну, это понятно. Рваны они не пойдут. 60-70% растяжка. Обматывает. Ну, это нам не интересно. Так, вальцы ровно, это понятно. Обрывает, у нас такого нету. А, хранение. Хранение. 40-50% влаги при дожде нельзя. 70% влаги нельзя. 35% нельзя. Выкинули. Ставим на торец. Обмотка на торце. Складывание. Так, это, блин. Так, ну ладно. Кто что увидел, то пойдет. Так, ну и что у нас получилось? Значит,
Кому будет интересно, посчитает вот это вот все. И нет, там закончилось. То есть вот это, вон те и вот эти. Это одна бухта. Но кто не сможет посчитать, могу сразу сказать. То есть бухта Пленки 750 на 1500 метров. Вышло 33 рулона. Рулон 1,20 м на 1,20 м. Ну, я считаю, что это нормально. Ну, а так, все, второй день мотаем. Сегодня поменьше. Сегодня вышло где-то 16 рулонов. Ну, трава поменьше пошла. Вон, вот такой клеверок. И вот ямина так не прокашивает. Вернее, прокашивает, что косилка широкая и проглатывает все ямины. А так, вон, даже вот так вот косит. Если я бы не сказал, что это прям сантиметров 5-7, наверное, оставляет, если ровное поле. Ну, вот такой вот. Кстати, подсеянный клевер. То есть я ходил так, кидал, он отличается от, ну, от такого, от дикого, вот он. Ну, вроде бы на этом все, на второй день у нас сенаж. Ладно, пишите, комментируйте, что знаю, подскажу, что не знаю, вы подскажете. Давайте.